отцу-основателю российского ядерного права, международного ядерного права, господину Ёршу, профессору, заслуженному деятелю науки, обладателю многочисленных званий, премий. Одно перечисление займет, наверное, очень много времени. Пожалуйста, Абрам Исаакович, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Хорошо, что наши встречи стали уже традиционными. Это третье. Хорошо, что мы собираемся. Проблем много. И очень хорошо, что эти проблемы, они очень актуальны, находят свое решение в наших встречах. Та катастрофа, которая произошла недавно в Японии, еще раз напомнила об актуальности атомного права, об актуальности решения проблем атомного права. У нас уже создался большой отряд ученых, специалистов, которые решают, рассматривают эти вопросы. Вопросы международного ядерного права, ядерного и физической безопасности, проблемы международного сотрудничества, они требуют своего решения. И я думаю, что сегодняшний симпозиум, третий симпозиум, поможет решению ряда актуальных вопросов. Желаю успехов.